Владимир Сапрыкин. Пляжная эротика. Неопределенного возраста мужчина, зажмурив глаза от наслаждения, лежал, раскинув в стороны руки на еще не остывшем от августовского зноя пляжном песке. А она своими теплыми и влажными губами, тихо вздыхая и охая, нежно целовала пальцы и ступни его ног. Мужчина замяз наслаждение, когда поцелуи, преодолев колени, поползли вверх, стремясь добраться до его мужского «я». Луна и звезды ночного неба, озорно подмигивая друг дружке, с восхищением наблюдали за этой необычной эротической сценой. Минут через пять она вдруг приподнялась и со стоном легла на него сверху. И, поцеловав в лоб, убежала в море и бесследно растворилась в морской пучине. Мужчина перевернулся со спины на бок и, подперев голову рукой, пристально стал рассматривать набегающие на берег волны в надежде найти свою. Но все они были на одно лицо, и ему никогда не узнать ту, которая, пусть на 5 минут, но выбрала именно его.